Так, итак, у вас есть 8 линий, которые производит компания Naturana. Да, соответственно. Начинаем перечислять. Это Naturana, Naturana Exclusive. Это все-таки бюджетный вариант, как бы считаем. Ну, это считает европейский или, может быть, серединка минус для России. Значит, линия следующая идет. Это Eva. Она уже более дорогая, где-то процентов 15-20 от цены Naturana. Следующая линия у нас есть линия Iris. Iris линия – это уже лицензионная, как бы… Как предпостельного белья и домашнего белья. Лимитированная линия для бутиков, сделанная из натуральных тканей. Да. И процентов еще дороже от основной. Еще процентов 15, ну, еще да. Дополнительно. В общем, 30% где-то, 35% к базовой вашей. Да, но да. Мы ее сравниваем с предпостельным бельем. Да, ну… Ну, смотри, дополнительно, если мы еще скажем, у нас есть молодежная линия Сибель, которая еще даже может быть немножко дешевле натуральной. Но вот если открыть вам все карты, то, скажем так, средняя цена на бюстгальтер Naturana от 6 до 9 евро. Закупка. Закупка. Если закупать здесь. Если закупать да, здесь у производителя. И так далее. Да. Хорошие цены. Хорошие цены. Есть, конечно, линия, которая называется My Style, но она продумана для женщин уже с очень большой грудью, и там есть очень много всех укреплений, поддерживающих. Да. Здесь нет? Есть, но здесь такой бюст. Как образец. Как давайте. Образец. Смотрите, здесь, например, есть образец очень большой. Это есть размер 95E. Такое изделие будет стать уже около 17 евро. Угу. Вот. Но конечно, он есть да. Специально имеет сложная подкрепление, конструкция, сложная конструкция, много деталей, да, много тканей, во-первых. Это ну, вот название My Style. My Style. Да. Еще дальше продолжаем. Потом не все же линии вы сказали имеем еще. Еще во время, или мы еще не пересчитали всех наших марок. Mm. Мы еще должны сказать, что у нас есть Netman. Обязательно. Для мужчин. Мужская линия Netman. Да. Дополнительно у нас есть марка Irma Ladus, но она только производится для бутиков в Европе. И для свадьбы. И для, ну, как свадьбы, свадебная линия. Здесь нет, еще? Нет, она здесь не представлена. Мы здесь вам представляем просто вот Naturana. А вот там по ценам она наиболее… Она уже бутиковая, бутиковая. Да, она уже премиум класса. Да. То есть там в среднем от 20-25 и выше за одну… В России вы ее не показываете нет. Даже? Ну, в принципе, вы знаете, у нас есть в России только один клиент, который это закупает. Кстати, вы… А другие, может быть, и не знают, что может у вас быть. Это есть? Ну, скажем так. Теперь пусть попробуй, так. Посмотри сначала продукцию Naturana, а потом, если им станет интересно, мы можем предложить вам что-то еще. Но дело в том, что как бы такие дорогие вещи, они производятся лимитированно, только под заказ, только под определенного клиента, который имеет определенные свои особенности. Зато… Это эксклюзив какой-то, да. Другого нет ни у кого рядом. Поэтому для бутиков, может быть, это было бы решение какое-то, и чем выделиться. Дополнительно мы можем вам сказать, что у нас есть еще и купальные линии. Опять же, купальные линии Naturana, купальные линии Евы и… Хорошо, не будем дальше. Просто у нас есть еще дополнительные бренды, которые не идут на российский рынок. Понятно.